помни, где она? Что это было? Слушай, я вас спасу. Ты что делаешь? Всем привет, и вы на канале Максот. И сегодня мы подражаем наше выживание в дилемме. Так, мы в прошлой игре ходили в пещеры, да, Макс? И да. Оставили там себе на потом железо в сундуках. И мы сейчас хотим их позабирать, да? Я хочу вам напомнить, что я из Кипела взял, подобрал лук. Ага, кстати, да. А стрелы у тебя есть? Нет. Угу. Так вот тебе не нужен, в руке его держать не надо тогда. Лучше меч держать в руке. Вот, хорошо, тогда выходим. Тут да. Дождь, давай, иди. Подожди, ты можешь сейчас в деревню пойти? Хочешь, ты можешь пойти сейчас в деревню, потому что та пещера была возле деревни. Ой, кто это был? Ага, это зомби. Сейчас я его здесь добью. Так. Ой, ай, это самое. Ну не то самое, это обувь. Что? Обувь я еще. Так, ну, говорю, давай тогда обходить. Я чувствую, я чувствую. Так, ты давай в обход пойдем. Да, это я там. Не, давай. Там можно пройти? Да. Там где ты идешь? Ой, смотри, а вот тут тоже какая-то пещера. Ой, это не пещера. Что там у тебя такое? Стрелок. Давай его забьем. Бегу к тебе, побегай, бегу к тебе. Побегай, вот два удара, стрелок тебе. Угу. И... готово. Слушай, я тебе за стрелу нашел. Подбегай ко мне, давай стрелу заберем. Вот, где ты? Давай, бери косточки и стрелу. Так. Вот смотри, зомби маленький, который быстрый, да? Давай, может быть, его это, да, шпокнем. Да. Шпок. Не успел. Есть. Ты что, недоволен, да? Хочешь еще? Эй. Это у меня стукнул. Смотри, в прыжке. Эй. Или это, подожди, это ты? Макс, ты же сразу же меня стукнул. Вот, все. Все, хорошо, пошли. Так, мы хотели в деревню идти, правильно? Да, правда, мы хотели в деревню пойти. Опа, где деревня? Вот она. Я запутался. Пошли. Но уже мало еды. Угу. По пути увидим каких-то животных, будем их убивать. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Ну да, я тут. Так, не падай в колодец. А где наша пещера? Пошли к пещере. Да. Ой, я ее посадил. Жители, застряли. Ну застряли, так застряли. Какая разница тебе? Слушай, ну пошли. Где наша пещера была, помнишь? Ты идешь первый или я первый? Не, она ее пропустила. Вот она. Где ты? Нет, это не она. Ты где? Это. С другой стороны, мы не туда пошли. Нет. Идем за мной, по-моему, вот здесь она где-то. Где ты? Я назад пошел. Не вижу тебя. Там была река? На огород. Я пошел на огород. Слушай, может это другая деревня? Нет, это наши эти самые столбики. Это та же самая деревня. Ну там, не на этапе. Ох, они растукались дверьми. Да. Так что, где наши? О, все, вот я тебя вижу по имени. Ты-то меня видишь, а где наша пещера? Возле. Точно, она. Мы были там. Хочу понять, это наш первый дом или нет?
Если туда пройду, а ты можешь за мной не идти. Хочу просто посмотреть, это первый наш дом или нет. Нет, это наш не первый дом. Тут уже потом мы строили. А нет, это наш первый дом, все правильно. Все, я понял. Да, я пришел к нам. Это наш дом, который самый первый. Сейчас будет темнеть, Макс. Пошли в деревню. Там в том доме все равно нету. Нет, церковь там неудобно, там очень узко. Надо в дом какой-то идти хороший. Ого, скелетончик. Мой. А я не буду с ним здороваться. Не хочу. Ты хочешь тратить время? Я не хочу. Угу, тут никак не пройдешь. Я буду обходить. Ты же хотел железо взять. Я слышал про железо. О-о, их здесь много. И они в меня стреляют. Нет, это не та, это та же самая деревня. Сейчас будет темно, Макс. Ты бьешь его? Ну, спасай, а я далеко спасай, уже. Спасай, а я далеко, я не спасу. Спасай, папа! Я далеко. Убегай тогда. Вот он ты. Ну, а где скелетон? Вот этот вот тебя стрелял? Да. Вот. Так не подходи туда. Не подходи туда. Ну, что ты? Уйди и все. Или ты хочешь его убить? Я хочу его убить. Ну, так ты хочешь, чтобы я его убил, или ты хочешь ты его убить? Если ты спрячешься за деревом, он тебя не увидит. Макс. Пап, помогай. Есть. Вон стрела выпала или нет. Выплывай. Но, по-моему, там ничего. А нет, что-то есть. Иди. Давай. Давай, доставай. Пошли в деревню, там спрячемся. Да. Я же говорю, идем к тебе. Ну идем. Идешь за мной? Где ты? Ну я пошел в деревню. Где ты? Слушай, ну ты, я думал, ты за мной идешь. Давай. Я за тобой зомби бежит. Вон крипер сбоку. Уходи. Давай. Так, пошли. Где дом, в котором мы обычно были? Да нет. Обычный дом. В который мы заходили. Гостили там. Я уже не помню. Вот это церковь. Дай церковь. Я не хочу, я хочу в нормальный дом. Во, вот давай сюда. Мы здесь были, по-моему. Пошли. Давай туда. Заходи, тут трое. Тут там будет весело. Давай, заходи. Ты что, в другой пошел дом? Да, там тоже трое. Там тоже трое? Ну ладно. Там даже много. Там четверо. Жители. Я вижу, что у белого жителя. Какого белого жителя? Вот. Угомонись, пожалуйста, хочет. Зомби пришел. Смотри, вот за дверьми стоит, за дверями зомби. Смотри, видишь? Паника, паника. У жителей паника? Ничего себе. А ты, вот ты его бьешь просто или что? А как ты его бьешь? Я его бью. А как ты его через дверь убил? Через дверь забыл, а потом я 15 лет. Что, у них прозрачные двери здесь? Ну что, они перестали паниковать. Так. Нет, один только бегает. А сколько давал, сколько на свете? Скажи. О, ты его здесь, видишь, он пройти не может. А я сейчас сиденье, шейлойка. Так, ну у меня еды нету особо. Ты понимаешь, в чем дело? Надо же готовить. Как
Хочешь в этом доме что-то сделать? У тебя есть дерево. Есть дерево? У меня нет. А как получилось, что у тебя нет дерева? Подожди, ты же собирал вроде дерево. А ты что, в сундук что-то кого-то ставил или что? Слушай, мне этот дождь напрягает. Он так долго идет. Идет весь день. Вот уже ночь началась, он все не заканчивается. Так, что мы будем делать? Смотри, мы же даже не пришли к сундукам нашим. Ты представляешь, как долго? Может быть, пойдем в пещеру, заберем к сундукам, у сундуков заберем этот самый, железо, то, что хотел. Пошли к сундукам. Зачем тебе здесь что-то делать, Макс? Слушай, ты что, им стол поломал? Да. Зачем? Тоже. Они же чинить не умеют, ремонтировать. Нет. Но они не умеют ремонтировать. Что ты делаешь? Сделай очень красиво. Я предлагаю сейчас идти в пещеру. Пошли в пещеру, Макс. Ты не хочешь? Смотри, он прыгает, переживает чего-то. Это, наверное, самое главное у них. Это самый нервный. Ой, извините. Слушай, а что будет, если мы их сейчас побьем всех? Нет, этих? Не надо. Не надо? На нас не побьют. Ты думаешь? Надо проверить. Нет, не надо, не надо, не надо, не надо. Не буду, я никого не подаю, что ты переживаешь? Так, где ж тысяча? Их там не так много. Там очень много, не надо, не надо. Ну хорошо, хорошо. Так. Пошли в пещеру. Макс, пошли в пещеру. А это темный или не темный? Ну да. Пошли в пещеру, Макс. Нет. В пещеру пошли. Это посмотри. Пап, посмотри на меня. Ну, я смотрю на тебя. Ну, вот он ты, прыгаешь там. Ты просто в потолок поднимаешься, поэтому, наверное, у тебя кажется, я что так. Я сейчас отдохнусь. Не вдохнешься. Макс, идешь со мной в пещеру? Ты же хотел в пещеру за железом. Ты помнишь, где она? Что это было? Ты что делаешь? Ну что ж ты спасать собрался? Ну я его убил. Я его убил. Какой житель умер? Ой, два жителя. Это он их подстрелил? Подожди, их трое здесь. А разве они не выбежали? Один. Было их четыре. Было четыре, один умер. Эй, скелет! Где? Это ты? Ты чего бьешься? Макс, ну не бейся. Зачем ты бьешься? У меня еды нету. Нет? Ну да. Давай, иди. У меня нету жареной еды, я не смогу восстановиться, понимаешь? Мне нужно в пещеру. Слушай, не наводи им красоту, пошли в пещеру, а? Идем? Макс. Максим. Ты же хотел в пещеру идти, мы специально хотели в пещеру пойти. Макс, пошли в пещеру. Пошли в пещеру. Что ты там делаешь? Макс, что ты делаешь? Макс. Ну что ты его там закопаешь, что ли, этого? Так, я пошел. Ты как хочешь. Сейчас. Все. Давай, а то мы сидим как эти. Не знаю кто. Пошли. Ну, я жду тебя. Эй! Иди, показывай, где. Все, я закрыл дверь. Ты помнишь, куда идти? Спасибо тебе. Извини. Говорил, у меня жизнь заканчивается. Сейчас будешь меня собирать. А нет, у меня жареная еда есть, подожди. Крипер впереди. Вот это весело. Так, что-то из него выпало интересное. Что? Ну, по-моему, кремний или порох. Так, идем? Ура!
дождь закончился и закончился. А дождь идет? Этот, нет. А, ну... И закончился у нас. Стоп, а зомби, а зомби. Где? Закончилась ночь. Ну я пошел вот к пещерам нашим. Помнишь? Вот сейчас зомби буду. Буду общаться с зомби. Зомби хочет мне что-то рассказать. Зомби не успел мне ничего рассказать пока еще. Давай, зомби, подходи сюда. Буряк! Ты хотел за железом пойти, а не за буряком, мне да? Мне нужно сейчас еда. Ну хорошо, забирай буряк. О, я загорелся. Слушай. Я пошел в воду. О, я уже остыл. Вон еще один зомби горящий идет ко мне. Так, пусть сам сгорит. Ладно. Готов. Морковка. Морковка есть у меня. Так что, идем в ту пещеру? Где у нас буряки? О, эти самые, железо. Не помнишь, да? Стоп, стоп, где ты? Ну, возле нашей пещеры, возле Стеллы. Я в каком-то лесу. Ну, понятное дело, ты пошел в лес. Зачем туда пошел? Ты меня выходи. Видишь? Я уже вижу, да. Я иду навстречу к тебе. Я тебя вижу. Давай. Вот та первая пещера. А нет. Это не она, Макс. Макс, иди сюда. Сейчас. Выходи. На минутку. Все, вот я тебя вижу даже. Угу. Идем, идем. Вот здесь вот где-то была. Вот здесь вот делали одну пещеру. Только не помню, где уже мы поставили эти. Это о, Эндермен где-то там. Вот он за тобой. Я его вижу. Ты что-то будешь с ним сражаться? Он отлетел. Он тебя бьет. Конечно. Слушай, бей его, Макс. Ну так бей его. Он тебя убил, да. Так а что ты его не бил? Теперь иди сюда. Я убил твоего эндермена. Подходи, его уже нету. А я не знаю, где ты. Ты можешь идти назад? Ну, к деревне иди. Ты возродился там, где наш был старый дом. Иди к деревне. Нет, новый. А где? А там, где мы спали, в новом доме, да, ты возродился? Или где? Да. Я, кажется, вижу одну стелу с уголком. Это так? С уголком, да, верно. Ладно, иду тебе навстречу, пока у тебя не погибли все твои эти здесь. Мне надо какую-то броню одеть, ты что? Ну так сейчас пойдешь ободевать. Я прямо возле дома. Ты где находишься? Выходи. Выходи из дома, здесь два шага пройти всего лишь. Тут очень быстро. Вот я тебя вижу, ты убегаешь от меня, по-моему. Вот я вижу. Вот идёшь я ко мне? Хоть какую-то броню. Да зачем ты тыкву одел? Идем за мной, давай. Он мне надо же какой-то. Вот, видишь Стеллу вот возле нее. Вот там вот ты погиб. Давай, прямо возле нее. Давай, собирай и заканчиваем видео. Давай, идешь? Идешь за мной, Макс? Вот, прямо здесь вот. Все тут, где ты? Давай, собирай, видишь? Вижу. Да снимай ты эту головешку. Собирай все. Яблоки, буряки. Вон лук твой, опыты. Вон ты еще какой-то камни забыл. Вон еще. Вот здесь, посмотри, возле меня лук. Посмотри. Вон там лопата валяется за тобой, за спиной. Ты уже одеваешься сразу? Смотри, лопата за спиной. Так, забрал. Вот сюда подходи ко мне, у меня здесь лук. Да, да, там. Вот смотри, лук возле меня, где ты? Видишь? Лук. Смотри, впереди еще у тебя уголь. Впереди уголь, глянь. Видишь, вон валяется. Я не знаю, где стрелы. Впереди уголь и факела. А я уже подобрал. Нет, не подобрал. Да, я подобрал стрелы. А, стрелы подобрал? Может быть. Смотри ты на меня. Смотри, вон еще у тебя валяется. Смотри что-то. На меня. Макс, посмотри, вон еще что ну валяется. Да, мне было очень много. Посмотри. Еще. Вот тут еще валяется. Вот сюда заходи, в пещеру. Там что-то серое. Или это... Или... Только не прыгай. Подходи с моей стороны. Вот там ой, видишь это что-то? Это порох. Это порох или что-то еще такое? Это порох. Ну да. Так, смотри, все собрал? Все собрал, да? Все, давай заканчивать видео. Где ты? Где ты, Максик? Ты здесь? Да. Все, давай, пока-пока. Хорошо, что пока, ты пока. Восстановился. Если вам нравится, как Максим погиб и
снова возродился, то ставьте лайки под этим видео, да? Даже не говори, не надо это говорить. Да. Ну все, ставьте лайки, всем пока-пока. Да, всем пока-пока. И подписывайтесь на наш канал, да? Да, и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Всем пока-пока.